Пробуди из Кыргызстан, Дух Божий с тобой. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня понедельник, 18 июля. Мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Давайте сейчас поговорим с Богом. Это момент молитвы. Давайте сейчас обратимся к нашему Господу. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве, мой Бог. Мы смиряемся перед Тобою, потому что мы признаем, что мы нуждаемся в Тебе. Нуждаемся в Твоей силе. Нуждаемся, мой Господь, в Твоем направлении. Твоей помощи, мой Бог. Мой Господь и мой Бог, иди впереди каждого из нас. Благослови, мой Бог, сегодняшний день. Ты знаешь, мой Бог, все наши нужды. Ты знаешь, мой Господь, все то, что происходит в нашей жизни, в нашей семье. Дай нам, мой Бог, направление. Мы начинаем вот этот день, и мы ничего не знаем, мой Бог. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты направил нас. Потому что если Ты нас направишь, мы верим, что у нас все получится. Что мы преодолеем все. Что мы будем побеждать. А если Ты не направишь нас, мы знаем, что ничего у нас не получится. И поэтому мы просим, мой Бог, покажи нам путь, по которому нам нужно идти. Иди впереди каждого из нас в этот день. Мы благодарим Тебя, мой Бог, за этот день, за дыхание жизни, за здоровье, за силу, за семью. Спасибо Тебе за все. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса Христа. И также просим, чтобы Ты защитил нас. Поставь Твоих ангелов вокруг нас, мой Господь, и защити нас, нашу семью, наших друзей от аварии, от проклятия, от зависти во имя Иисуса Христа. Мы также, мой Бог, молимся за нашу страну. Благослови, мой Бог, Кыргызстан. Да, мой Бог, благослови каждого жителя Кыргызстана. Пусть, мой Бог, здесь, в нашей стране, люди обращаются к Тебе. Да, мой Бог, пробуди веру нашего народа, чтобы у них появилось желание Тебя познать. Мы молимся за всех жителей. Мы молимся за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Мы благословляем, мой Бог, нашу землю. И мы по вере провозглашаем успех, прорыв, победу в нашей стране. Во имя Господа Иисуса Христа. Мы также молимся за другие страны бывшего Советского Союза. Просим, чтобы Ты благословил, чтобы Ты, мой Бог, протянул Твою руку помощи. Особенно, мой Бог, мы молимся за мир между Россией и Украиной. Защити, мой Бог, Твой народ во всем мире во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною, Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, будьте уверены в том, что Бог услышал нашу молитву, и Он уже благословляет сегодняшний день. Аминь! Я хочу передать вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем.
Это Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стих. В Библии написано вот так. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Дорогие друзья, Господь Иисус, Он рассказал вот эту историю про вдову, которую тогда несправедлив, мы можем сказать, неправедный судья защитил. Подумайте со мной, человек, который Бога не боялся, услышал вопль той женщины. Именно для того, чтобы больше она не беспокоила его. Раз тот человек смог восстановить справедливость, как вы думаете, что Бог может сделать для тех, кто взывает к Нему? Для тех, кто верит в Него и ищет Его? Он все может делать. Все может. Все может. И поэтому, дорогие друзья, я хотел передать вам это направление, чтобы вы могли молиться и не сдаваться. Да, не сдавайтесь. Необходимо стоять в вере, стоять твердо в вере, даже в трудный момент. Потому что вы знаете, что когда проходим через проблемы, приходят к нам тогда негативные мысли, сомневаемся, ну, хочется, да, сомневаться. Но когда мы стоим в вере, и мы продолжаем молиться, когда мы настойчивы, да, когда мы стоим твердо в вере, вы можете быть уверены, что Бог, Он отвечает. Он не оставляет нас. С этой верой вам нужно поехать на работу сегодня. С этой верой вам нужно делать все сегодня. С уверенностью в том, что Бог слышит вас. И Он даст вам победу, потому что вы не будете сдаваться. Аминь? Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Мы каждый день начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И вы можете присоединяться к нам. Пишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве. И ваши комментарии, пожалуйста. Добавьте вот эту фразу. Я буду молиться, но я не буду сдаваться, потому что точно ответ будет. Вот вера, которая направляет нас, толкает нас вперед. Все будет хорошо. Аминь? Дорогие друзья, сегодня мы ждем вас на Конгрессе Успеха. В 10 утра, в 15:00, в 18:30. Если вам нужны хорошие новости финансовой сферы жизни, мы ждем вас, потому что будем провозглашать, что у вас будут хорошие новости. Хорошо? Пусть Бог благословит вас обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Так.